Добрый день. Вы знаете, я просто счастлива, что это джазовое движение охватывает все новых и новых любителей. Спасибо вам огромное. Я очень тронута. Мне очень жаль, что нет Георгия. Он был бы действительно очень счастлив видеть такой замечательный концерт прекрасных учеников. И спасибо вам, дорогие преподаватели. Просто вы делаете огромное дело. Потому что эта музыка, которая всегда была в загоне в Советском Союзе, она сегодня свободна. Спасибо. И приходите к нам на фестиваль 25 января. Каждый год 25 января благодаря Нине Николаевне Базаровой проходит наш фестиваль «Играем джаз Гранянова». А я пользуюсь случаем. Я, конечно, могу только низко поклониться всем тем коллективам школы, потому что я помню, что было в этой школе 17 лет тому назад. И я просто, ну, знаете, меня распирает от такого удовольствия. Я вот вторую неделю, второй раз здесь на блестящих совершенно концертах. Но мы с вами сегодня собрались в канун Нового года. И я могу пожелать только вам счастливой творческой жизни в Новом году. Каждому из вас здоровье, но оно бывает только тогда, когда в душе гармония. А эту гармонию всегда дарит музыка. Поэтому живите, радуйтесь. Поздравляю всех. И просто считаю, что те родители, которые доверили вам своих детей, Татьяна Константиновна, вам лично, и вашему коллективу, вот, они выиграли в этой жизни очень много. Они выиграли желание жить. С праздником!